подкасте сегодня вам покажу джинсы Slacksa Extra Швейцария. Их преимущество в хорошей цене, и они на летний сезон. Я высокого роста, поэтому может показаться, что они короткие, но на самом деле все джинсы хорошие, длинные. Это Asics, тонкая летняя ткань и вот такой вот пояс. Размер XL. Джинсы Gas. Размер XL. Брючки из тонкой ткани. Размер тоже XL. Джинсы. Размер 42-48. Брюки V30, ткань тонкая, джинсы размер XL, еще одни джинсы размер 31, тут есть нашивки. Брюки, тонкая ткань, размер 31. Брюки бенетон, размер 42. Брюки, тонкая ткань, размер 42. Брюки, этикетка оторвана, размер 42, ткань очень тонкая. Джинсы 30S, тянутся, зауженные. Вот такие брюки. Размер у них 40. Карманы вот такие. Джинсы. Размер 44. Брюки на резинке и на завязках. Размер XL. С карманами по бокам и сзади. Брюки лен, размер у них 2XL. Штаны, тут шнурок сверху, размер 52, карманы по бокам и сзади. Брюки, тонкая ткань. Размер 42, это Zara. Брюки, тонкая ткань тоже у них. Размер 52. Джинсы Timberland. Размер 34. М-ка. Низ на резинках. Такие джинсовые, 33 размер. Джинсы. Размер 50. Четвертый размер. Брюки. Очень мягкая и тонкая ткань. Размер 44.
юбки 52 размер. Джинсы 33-32. Джинсы 48. Еще одни 36-32. Видите, 34-32. Сзади на кармане есть декоративные потертости. Hugo Boss. Размер. Сейчас скажу. 34-32 также. Сзади на кармане декоративные потертости. Коричневые джинсы. Размер 37. Очень мягкие джинсы. Размер 20, 23-25. Брючки 52 размер на резинке, тоненькие. Немного просвечивает ткань. Еще одни на резинке и на завязках. М-ка. Сзади карманы. И по бокам. Мягкие брючки. Размер 34-32. Джинсы, размер 50. Брюки H&M, 32 размер. Джинсы, 31-30 размер. Брюки, тонкая ткань, размер 48, по бокам карманы. Джинсы H&M, размер 34. Джинсы, размер 34. Брючки. Ткань тонкая. Размер у них 34-35. Джинсы 32-31. Второй, 31 размер. Брючки. Размер у них 50-й, 52-й. Вот такие джинсы с декоративными потертостями. Размер 33-32. И последние джинсики 32-го тоже размера. Спасибо за внимание. Подробную информацию о лоте можно найти в описании под видео.